В Нарьян-Маре изъята самая крупная партия семги за последние несколько лет. Браконьеров с их богатым уловом поймали прямо в черте города. Нелегальные рыбаки как раз возвращались с незаконного промысла. Правда, на берегу их встречали не только подельники, но и оперативная группа. Все подробности в нашем следующем сюжете. Этот внедорожник стоит здесь не просто так. Товарищи по цеху в указанном месте и к назначенному часу ожидают лодку с ценным грузом. Автомобиль с прицепом, видимо, должен был увезти все это подальше от лишних глаз. Но не тут-то было. На берегу совхоза браконьеров уже поджидали полицейские. Правоохранителей вызвал сотрудник Центра природопользования после того, как в учреждение поступила оперативная информация. Осмотрев причалившую лодку, полицейские начинают вытаскивать содержимое. Всего из казанки выгрузили на берег 17 полных мешков с рыбой. Данные водные биологические ресурсы сотрудниками полиции сейчас изъяты. Проводится и осмотр места происшествия. В дальнейшем будут проведены мероприятия по возбуждению уголовного дела. Самое интересное началось, когда оперативники начали вываливать рыбу из мешков. На землю посыпались десятки крупных рыбин. Один экземпляр больше другого. Хвосты по 10, 15 и даже около 20 килограммов веса. Улов действительно богатый. Если перевести его в денежный эквивалент из расчета минимальной цены, то только семги здесь 1300. В ходе осмотра места происшествия было установлено, что в лодке находилось 87 экземпляров рыбы породы семга со следами опечеивания, что свидетельствует о том, что эта рыба была поймана. И в дальнейшем будет проводиться проверка по данному факту, где она была поймана и при каких условиях. Помимо огромного количества семги, в числе изъятой рыбы находится и нельма. А это уже совсем другая статья Уголовного кодекса, ведь этот вид занесен в Красную книгу Российской Федерации. Надо сказать, что такой большой партии браконьерской рыбы в этом сезоне еще не изымали. Последний раз крупный незаконный улов сотрудники Центра природопользования вместе с полицейскими обнаружили на территории Ненецкого заповедника. Нелегального рыбака взяли в феврале этого года с 54 хвостами нельмы. В курсе, что как бы в заповеднике Ненецка здесь запрещено вылов рыбы, водных биологических ресурсов? Угу. Все ясно. То есть вы осознаете, что вы совершали? Да. То есть вы совершали что? Вылов рыбы. Преступление? Да. Вот. То есть вы осознанно шли на это? Угу. Сейчас этот мужчина находится под следствием. Под следствием совсем скоро окажется и наш сегодняшний герой. Впрочем, показать наглеца мы не можем. Как только наша съемочная группа появилась на месте происшествия, он спрятался в автомобиле и просидел в нем, скрываясь от видеокамеры. Наказание жадному браконьеру определит суд. Сейчас можно только предположить, что мягким приговор точно не будет. Объем незаконно выловленной рыбы тянет на особо крупный размер, а 4 хвоста нельмы добавят тяжести этому преступлению. Надежда Хабарова, Сергей Качегов, телеканал «Север».